День Сатурна. Субботы. Благоприятные дни для людей, которые родились 8, 17, 26 числа любого месяца. Они находятся под особенным влиянием этой планеты. Сегодня будет сложно принимать реальность такой, какая она есть. Могут появиться непредвиденные обстоятельства и разочарования в отношениях. Задержки с вступлением в брак, неожиданный развод. Могут рушиться иллюзии и жизненные планы. Также возможны материальные потери. Как следствие, человек чувствует себя несчастным, впадает в депрессии, теряет покой и сон. Важно воздерживаться от раздражения и злобы, не ссориться, не оскорблять других людей. Очень благоприятно в этот лунный день помогать старшим родственникам, поминать предков, рассказывать о них детям, поддерживать и сохранять связь поколений. Сегодня день неспешных действий, раздумий и размышлений, созерцания происходящего вокруг, выводов и умозаключений. Самое время проводить духовные и энергетические практики, заниматься йогой, работать с подсознанием, например, через системные расстановки, гипноз или правополушарное рисование. Не вступайте в брак и избегайте путешествий. Хороший день для физического труда, но не принимайтесь за непосильную работу и не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Прислушивайтесь к своей интуиции, оставайтесь осознанными и реалистичными.